Друзья, всем привет! Сегодня мы смотрим внедорожники ценой от 1000 до 1500 евро в Европе, естественно, и просчитываем таможенные платежи для Украины. Основные параметры для растаможки — это год авто, объем мотора и цена. Поэтому вы можете на наглядных примерах увидеть, сколько это обходится, и сравнить с параметрами автомобилей, которые вас интересуют. Выпуск будет интересный, машинки очень дешевые. Ссылочку на сайт по продаже я оставлю в описании. И давайте смотреть. Первый у нас Hyundai Terracan 2001 года. Мотор 2.5 дизель. Цена автомобиля 1300 евро. Очень дешево для внедорожника полноприводного. Это, конечно, цена халявная. Пробег у машины 300 тысяч километров. По крайней мере, так заявлено. Таможенные платежи 3800 евро. Это, конечно, не дешево. Почему? Потому что мотор дизельный 2.5. Вы знаете, чем больше мотор, тем дороже растаможка. Если он дизельный, то еще дороже. Поэтому выгодные машинки. Малолитражки бензиновые, но на большой внедорожник, сами понимаете, с мотором 1.3 он просто не поедет. Машинка, в принципе, в нормальном состоянии для 2001 года. Очень даже неплохо. Салончик, конечно, уже видно потрепанный, сиденье кожаное, коробка механическая, видно кожух истерзанный, сиденье порепанное. Ну, ребят, машину явно пользовали как рабочую, а не как понтовую. Данные все на экране, 1300 евро, 2.5, пробег, все есть. Так что, ребят, кого интересует, ссылочка будет в описании. Можете проверить, есть машины в наличии или их уже продали, потому что машины разбирают быстро. Сайт уже менял свое название, поэтому буду стараться обновлять его. Идем дальше. Nissan Terrana, 99 год, 2.7 дизельный мотор, 1200 евро цена. Пробег 280 тысяч заявлено. Таможенные платежи 4050 евро. Тоже недешево, конечно, в растаможке. Опять же таки, тут мотор еще больше, 2.7, хотя для внедорожников это не предел. Ну так, машинка смотрится внушительно, большая, мощная. Это такие проверенные рабочие лошадки, что Hyundai, что Nissan. Ну, видно там, конечно, по зазорам, что машину пользуют явно за городом. Тем не менее, как раз для охоты, для рыбалки и уж тем более для войны машина отличная. Главное, чтобы там все работало, мы ничего не проверяли. Наша сегодняшняя задача — просто просчитать таможенные платежи. Салон обычный, текстиль, механика. Данные опять же таки на экране, цена, год, все вы видите. Опять же таки, можете все сравнить с теми машинами, которые вас интересуют. В наших предыдущих роликах много малолитражек с большими моторами. Можете все сравнить, если цена, мотор, год производства совпадает, то и данные будут такие же. Идем дальше. Nissan Murano, 2006 год, уже посвежее, но тут мотор, ребята, 3.5 бензин. Бензиновые моторы больше 3 литров, они идут по двойному тарифу. Цена автомобиля 1400 евро. Пробег заявленный 190 тысяч. А вот таможенные платежи 6700 евро. Это то, о чем я говорил, потому что мотор больше 3 литров в бензине. Да, ну, салон неплохой, велюр, коробка автоматическая. Смотрится очень даже прилично. Но она же посвежее, чем предыдущая. Но, ребят, растаможка 6700. Если он доживет, ну, для армии машина хорошая. А так для растаможки, конечно, нет смысла. Напоминаю, опять же таки, вопросы можете задать ко мне в Инстаграме по ссылочке в описании. Через директ. Идем дальше.
Jeep Grand Cherokee, 2004 год, 2.7 дизель, цена автомобиля 1600 евро. Пробега заявлено 220 тысяч, таможенные платежи 400 евро. Ну, это еще по-божески. На фоне 6700, здоровенная машина, я не знаю, мне кажется, даже 2.7 маловато для нее мотора. Так, здоровая, внушительная, шикарная тачка. Очень хорошо смотрится. Ну, по состоянию без понятия. Салон, кстати говоря, тоже хороший. Смотрите, целый, кожаный, автоматическая коробка. Ну, тут сохранилось гораздо лучше, чем все предыдущие. Ssangyong Musso, 97 год, 2.3 бензиновый мотор, цена автомобиля 1400 евро, пробег заявлен 156 тысяч, таможенные платежи 2500 евро. Внезапно, да? Ну, то есть моторчик уже поменьше, во-первых, он бензиновый, во-вторых, поменьше, 2.3 бензин, соответственно, и растаможка попроще. Так, кстати говоря, тоже достаточно смотрится неплохо. Не знаю, как, насколько они выносливы, эти Ssangyong'и. Я ни на одном не ездил, поэтому без понятия. Предыдущие варианты, конечно, проверенные годами. Как этот в себя показывает в эксплуатации, без понятия, друзья мои. У кого какие мнения, кто знает эту машину, напишите, как она себя показала через десятилетие. Машина 97 года, ну как-то же дожила до наших дней. Кстати, салон тоже неплохо смотрится, коробка автоматическая, сиденье кожаное. Ну, правда, вот эта колхозная торпеда старая, но тем не менее. Данные на экране. Страховка закончилась в марте месяца этого года. Ну, то такое. Subaru Outback. Хорошая машинка, полноприводная. 2008 год. Двухлитровый дизельный мотор. Цена 1000 евро. Очень даже неплохо. 300 тысяч пробега. Таможенные платежи 2650 евро. Ну что, машина классная. Смотрится хорошо, сам по себе Outback тоже давно на рынке, они тоже такие неубиваемые машины, именно как двухлитровый дизель, не могу вам сказать, но в целом машина хорошая, надежная. Смотрится неплохо, кстати. Сидухи кожаные, коробка механическая, ну, достойно, ребят. 2008 год. Все очень неплохо. Учитывая то, что мы смотрим машины по 1000 евро. Ребят, 1000 евро за полноприводную вот такую тачку. Блин, просто халява. Даже 999. Это уже такой полупаркетничек, полу, знаете, как Golf Plus. Просто клиренс завышенный. Тут, значит, это у нас называется Suzuki Ignis 2005 года. 1.5 бензиновый мотор. 1.5 по сравнению с предыдущими очень маленький. Цена автомобиля 1200 евро. Пробег 140 тысяч. Таможенные платежи 1700 евро. Ну, по цене, слушайте, это
3000 евро основных платежей. Машина плюс растаможка. Плюс там доставка, всякие мелочи. Но все равно, ребят, это очень дешево. Конечно, это не Гранд Чероки, но все равно. Смотрится нормальная, маленькая, но тем не менее, проходимая такой компакт-кроссовер. Друзья, вот такой сегодня был выпуск. Кому понравилось, ставьте пальцы вверх. Вопросы можете написать в комментариях. За консультацией обращайтесь ко мне в Инстаграме, в Директе, пишите, можно записаться ко мне на консультацию. Постараюсь ссылочку в описании разместить на этот рынок, где можно их посмотреть, что есть в наличии, у меня не спрашивайте, я ж не знаю. Все может продаться за один день. Ну и подписывайтесь на наш канал. Всем спасибо, что смотрели. До новых встреч. Пока.